比利要骑辫子。Во что вы сегодня будете играть? В салон красоты. Играть, а накрасываться. А кто работает в салоне красоты? Я. А кто клиент? Вот кто. Талья. Тальяша, ты пришла, чтобы тебя сделали красивой? Я женюсь на моей мальчике. Ты замуж уже хочешь выйти? Да. Ого, понятно. Ну ладно, давайте начнем. Хорошо. Как вас накрасить? Красивой-красивой? А ну-ка покажи, что там у тебя такое красивое цветное? У меня есть тени и наборчик. Замечательный наборчик. А еще у меня есть тут духи. Да. И помадка. Вот. Какая классная. Теперь я у меня красивая сумочка. Очень классная сумочка. Теперь я возьму и накрашу. Какими тенями вы хотите? Какими вы тенями хотите? Розовым? Хорошо. Бьем. Красим один глаз. Не зажмуривайте, пожалуйста. А теперь второй глазик. Не зажмуривайте. Так, вот. И вот. Теперь мы бьем. Положили в зеркальце. Да. Вот. А теперь мы возьмем и накрасим щечки. Бьем и красим. Один и два. Вот. И носик. А теперь мы с попшикаем. И вам накрасим губки. А лак? А у нас тут лаки мы не делаем. Это в другом магазине. Вот так. И вот так. Вот. Теперь вы готовы на свадьбу. Я за день. А, вы хотите оплатить салон красоты? Ого, ничего себе, какой у вас кошелечек. Стиги. Да, ой, классный. Спасибо. Пока. Пока.